утро у нас такое. Сделала тосты. Это из цельнозерновой муки. А это из обычной булки. Там сыр внутри сулугуни. Каша ячневая с клубникой. Здесь джем Рика. Вишня, клубника. Кому-то побольше прям клубники добавила. В общем, такой вот красивый завтрак. Вот. Как день начнется, так он и пойдет у нас красиво. Пеку, как бы уже спотыкаюсь уже обо всем. Обо всем? Обо что? Обо всем. О, хороший обзор сделал. Все видно. Даже подоконник. Ой, надо большие ложечки, эти маленькие какие-то. Ну, нормально, потому что тарелочка маленькая. Нет, а какая она маленькая, она огромная, тарелка. Так, ребята, пошли сегодня в магазин, забрали последние две бутылки. Сейчас покажу. Помните, я вам показывала средство, написано было Иркутская область. Да? Ну, вот, вот она, антижир написано. Читаем, смотрите, здесь написано, произведено по заказу Республика Бурятия, изготовитель Московская область. Ну, короче, видимо, как повезет. Я сейчас проверю, конечно, так же оно работает или нет. Но пахнет так же, как и предыдущее средство. И упаковка, по-моему, розовая там была, да? Да, вот это розовая. Или такая же, я уж не помню. В общем, это для себя сам, либо маме отнесу, наверное. Потому что нету больше. Две последние забрали. У нас есть вот такая вот сковорода из нержавейки. Ну, турецкая. Сейчас, ну, по самому это бывает. Ну, в общем, сейчас попробуем на этом средстве. Вот это до. Сейчас попшикаем, я покажу, что будет после. Посмотрим, работает или нет. Пену нанесли. Ядреная, конечно, ужас. Тряпку бери, Леша. Ну, видите, уже начало разъедать. Ладно, пускай она намокает, мы пока посмотрим, что мы там купили. Ой, какое оно ядреное. Открой окно, Леша. Ты чё? Ну-ка. Ты чё? У нее корм, видимо, закончился, бегает. Унюхала? Ну, девчонка, а? Бандитка. Варенец взяли. Что тут? Да, это сам, где корм? Я не знаю, в том пакете смотрю. В том, в синем. А, творог мягкий, масло сливочное 8,2%. Сливки. Надо здесь сегодня, кстати, молочки очень много. Творог русинозерский взяли. Йогурт вот такой греческий с вишней. Так, лимонную кислоту чайник почистить я взяла. Надо еще сюда рассыпать. Чебуреки Леша предложила купить. Сельдерей, смотрите, какой красивый, вообще обалденный. 150 рублей такой. Стоит без верхушек уже. Такие вот конфеты взяли. Вот эти, кстати, конфеты трюфель очень вкусные. Вот темные мы брали, нам очень понравился. Вкусненько! Нам очень понравился темный трюфель. Вот еще с фундуком взяли. Вот видите состав. Масло кокосовое, сахар, какао-порошок, сыворотка молочная. И все. Натуральный ароматизатор фундука. Ну, ароматизатор, правда, но вкусный. На кокосовом масле прям супер. Так, сыр сулугуни взяли, янтовский. Так, еще чебуреки. Слушайте, клубника такая красивая. А, прям ягод, как ягодки, смотрите. Цена 120 рублей. Два пакета последних оставалось. Вот эти, как красота. Прям вообще. Смотрите, разъело все-таки, разъело. О, и смотрите, здесь как чистенько стало. Сейчас вы увидите вообще волшебство. Все это стекло, вон, смотри, раковина уже вся в жире. Так, творожное зерно на сливках, бананы зеленые. Опасно, а там еще пакет где-то был, да? Я нашел, да? Вообще супер. Находка, находка реально. Так, корнер карамельный. Можно и быстро было... разбирает вообще. Можно было бы сравнить с этим, это я покупал, который не очень. Да там вообще бесполезно, вообще не действует никак. Брызгаешь, не брызгаешь, вообще ничего не отъедает. Так, этот, как его? Отец купил, называется синергетик, по-моему, называется. Говорит, мама, говорит, а брызга вообще не работает. Бесполезно. Что брызгало, что брызгало, что не брызгало. Соль закончилась. Представляете, у нас дома нету соли. Вот, хлеб. Хлеб вот такой. Так. И мы потратили что-то 3. Это все, а мы что, там еще что-то есть в пакете? Ну-ка, утаскивай что-то. Это анфиски взяли. Да, вот. Помидорки еще. Это красные какие-то российские. Лук, лук грязный еще делал. А вот куда? А, вот это моцарелла. Ну-ка, открой, попробуем. Я не знаю, сама. Ну что, просто моцарелла в палочках.
Молоко. Молоко подорожало вот это на 20 рублей, да? Угу. Ну и сметана по акции 59 рублей. Не знаю, хорошая эта сметана. Попробуем палочку вкусную. Ну вот, смотрите, результат, как говорится, налицо. Даже не надо прилагать никаких усилий. Вот, все разъело, посмотрите. Все, можно просто водой смывать, даже тереть ничего не нужно. Вот, смотрите. Все, грязь потекла. Конечно, можно еще, чтобы постояло маленько. Ну вот, как вы видите. Вот, я взяла сейчас губку, просто вот так вот потерла. Смотрите, она просто как новая стала. И это не монтаж, ребята. Это реально работает. Смотрите, какая сковорода. Всем советую. Подарки принесла. Какие? От зятя. Сказала прям так и сказать. Что? Подарки от зятя. Что зять сказал принести? Сказала подарки вам купить. За что? Да просто. Так? Ты же подарки делаешь, пироги тряпаешь. Сказала пироги? От зятя. Чтоб так сказала. И вот еще подарок. Какой у нас хороший вот. Зять. Коньяк, что ли? Чё? Но это что ли? Нет, как у коньяк-то. А, ну я поняла. Это бутылку я завернула, чтобы не протекла. Нет. Они... Разворачивай, они протестируешь сразу. Дагестанские, я не пью же, вы чё? Я же завязалась. Я в завязках уже. Взять и нальёшь. Тебе Юра отправляла эти фотки? Отправил? Я думала, не отправил. Вчера последние бутылки забрали. Опять были? Что ли? Да, были, последние забрали, там еще одна осталась. Я заходил и не видел. Все, последние больше нету. Антижир. А попробуй на какой-нибудь кастрюльке. А? Да я потом... Быстро разбирают. Не, ну на дно какой-нибудь кастрюли брызни. Да у меня подгорело. Уже очень сильно кастрюль грязная. Не, ну тебе кажется, что нет, на дне. Там, антижир. Вот раковину ставь, отодвинь ее, поверни в другую сторону. Это же сеточка, это же защитная сеточка. Вот. Теперь брызгай. Нет, ты прям сдалека, оно в пену превращается. Вот так. Зачем так ты разбрасываешь? Вот так вот. Вы и раковину вот эту можете почистить, она будет вообще чистая. У нас стерильно. У нас все стерильно. Мы не допускаем. Не допускают. Не, ну если вдруг засрется, как говорится. Вот тут надо губкой намазать, видишь, с боков оно это, чтобы попало. Да, вот так вот это. Чуть-чуть нанеси туда. Я уже пришла домой, ребята. Сейчас буду делать беляши. Мне мама дала тесто. Вот. Свое фирмовое для беляшей. Вот. Мясо, даже фарш готовый. Она предлагала, можете угостить, я сделаю. Я говорю, не надо. Короче, сама. Еще хочу добавить сюда рис в беляши, не знаю. Решила добавить, чтобы мужикам попитательнее было. Вот. Мама дала еще мне авокадо. Авокадо. Вот. И что-то еще дала. Фруктов еще дала. Так что буду сейчас делать беляши. Мама попробовала эту брызгалку. Вот. У нее там, знаете, что? У нее на кастрюлях выемки. И с них все стекает. Конечно, в идеале поместить прямо эту жижу, жидкость, чтобы все разъело. Вот такие дела. Что сейчас я рис промою, немножечко риса добавлю. Хотела еще делать пирог, поставила клубнику размораживать. На холодильнике стоит размораживаться, ну, чтобы не потекла. Я не люблю, когда она такая растекается по тарелке. Кстати, классная клубника вообще, прям офигенно вкусная, хоть и замороженная. Так, я все солью. Вот. И хотела пирог делать заливной. У меня есть форма. Помните, я показывала, форму купила. Такую с волнистыми краями. Вот. И салат, наверное, еще сделаю с кальмарами и огурцом. Огурец у меня есть. Кальмары у меня, правда, кольцами. Но я сейчас просто их откину, отварю и все. Возиться с ними особо не надо. Я в прошлый раз делала кальмары в кляре, что-то мне не понравилось. Сильно жирно, во-первых. Вся квартира, вся духовка в этом жире, блин. Ну, нафиг, короче, жарить. Это все брызгается, блин. Фри нету, кастрюля обычная. Ну, вот такая вот. Вот такой вот я обжарилась. Мне не понравилось. Так что, ладно. Потом покажу, что наготовила. Как-то так. Кстати, прикольно. Стрелки сделала сегодня. Мне нравится.
То есть я обычно, ну, делаю как от середины глаза, получается, вниз. А тут я сделала вот так, просто края, и очень красиво. Кошачий глаз, взгляд, мне нравится. Очень красиво. И нету, стрелка не переламывается. То есть, когда вот так вот я смотрю, нет такого, что как-то она неестественно, некрасиво смотрится. Бывает, что заламывается из-за складочек вот здесь в уголке. А тут я просто продолжаю линию как бы нижнего века, и такие стрелочки симпатичные получаются. Вот Лёша пришёл. Че? Да, про стрелочки, про свои рассказываю. Какие стрелочки? На глазах. Где? Ну вот, я сделала стрелочки. Где стрелочки? Ну вот. Так я думала, ты так и есть у тебя. Ну, такими родилась уже. Ты чё? Да у тебя каждый день есть стрелочки. Ничего, не каждый день. Где каждый? Ты не каждый. Мне казалось, что у тебя разрез глаз такой. Да, у меня такие красивые глаза, да. Хорошо, что тебе кажется. Короче, класс, мне нравится. На улице сегодня такой добавок, просто жесть. Слушай, я такая что-то загоревшая, а ты что такой-то бледненький. Ну-ка, подойди сюда. У нас здесь свет белый? Yeah. Одинаково везде? Нормально тогда. Ладно, пошел работать пока. Ну, давай печеньку спер. Пошел. Да, все печеньки стаскал уже. Еще рис я решила добавить в фарш, потому что мама сказала, что фарш солоноватый получился. Чтобы как бы не сильно солено было, вот разбавлю рисом, будет нормально. И сытно, и, короче, нормально. Вот. Салат готов. Здесь у меня красный лук, авокадо, огурец, кальмар, яйцо. Заправила сметаной. Там был еще майонез, но там чайная ложечка, потому что там больше нету. У меня майонеза нету в холодильнике. У меня сметаны много, майонеза нету. Вот. Перец добавила, чуть посолила и беляши. Вот они. Конечно, немножко последние подгорели. Вот эти. Ну, я думаю, что замечательно. Потом еще пирог сделаю с клубникой заливной. С поедим, я займусь пирогом. Ну, вот так. Вкусненько. Пуля. Лапуля, сюда смотри. Какая ты хорошенькая. Пунька. Ой, какая холёсенькая. Красивенькая. Ой, ну, красивенькая же, ну. Ну, давай носик. Пунька. Мокренький, хороший. Пунька. Пунька, пунька. Нить. Он опять у нас не издевается, а? Сними с нее эту табличку. Артём, сними. Неудобненько. Алиса, может, тебе реклама сниматься надо? Тебе надо в рекламе сниматься. И что реклама, кстати? Телевидение какое-то? Кабельное? Алиса, это кабельное? Это, Алиса, кабельное. Котик, сдунь. С той стороны дунь просто на эту бумажку. Нет, с другой. С другой сдунь. Артём. Писа, это кабельное телевидение спутниковое, антенна. Посмотри на нее, на это чудо. Ты сломалась? Кошку сломали. Сломали. Начала двигаться. Была бы корона, Анфиса, знаешь бы, как ты красиво смотрелся бы на троне бы, на красном, с короной. Пока сидит, короной вырежи сверху. Быстренько. Да чё? Прям на него. Дом.ру, вы должны платить нам за рекламу, я считаю. Не меньше 100 тысяч рублей. А? Киса? Кису сломали. Посмотри в камеру. Посмотри, королева. Посмотрите, и Артёма корону сделал. Миласка. Такая красивенькая. Где моя золотая? Надо было другой стороной повернуть сюда колонну сверху, да? А? Скажи вот так вот. Вот так вот. Чпоньк. Все правильно, скажи, задолбали. Тихо, сейчас они там за это вот. Очки застряли. Повернем другой стороной. Все. Ой, моя ты. Ты еще колосившая. Ну что, пирог готов? Вернее, как, полуготов. Я сейчас духовку поставлю. Клубника, заливка, песочное тесто. Вот, на 50 минут сейчас поставлю. И в итоге потом, конечно, покажу результат. Надеюсь, что все получится. Сыр готов. Начинка приподнялась. Сейчас она уже может опуститься. Вот. Написано, было 50 минут нужно держать. Но я держала 40. Потому что уже начало, видите, подгорать. Я начала переживать. Надеюсь, что сейчас он остынет и хорошо будет резаться. Потому что обычно
такая сметанная заливка, ну, разваливается. Я делала уже до этого подобное что-то, вот, и начинка вся развалилась. Здесь у меня добавлен крахмал, и сметана, наверное, надо было пожирнее. Здесь у меня 10%, она такая жидковатая сметана, поэтому я надеюсь, что крахмал все-таки даст плотность все-таки хоть какую-то. Ну, там яйца еще в заливке, вот, остынет, я потом вам покажу разрезе и скажу вердикт. Ну и если вдруг рецепт понадобится, я его пропишу в описании к видео. Вот, если понравится. Так что, такие дела. С Артемкой помыли Анфиску. Леша ее обтирает. Тут вторая тряпка. Она, он, конечно, не любит особо мыться, но иногда нужно помыться. Раз в полгода хотя бы. Но давно не мыли. Полгода назад, по-моему, только. Сейчас будет пушистая, красивая крыса. Все, пошла. Как мышка. Оказывается, такая худесенькая, худесенькая, да, Анфиса? Своими душами, скажи, меня задолбали. Да? Ну что, она сильная до самого? Ну, она это выскакивает постоянно, и приходится вдвоем. Один держит, другой намыливает, смывает. Кс-кс. Ладно, потом покажу, как красивая шерсть будет вкусная сегодня. Она такая раздушная. Киса, продефилируй своим хвостиком. Такая страшненькая. Такая страшненькая, когда мокрая. Такая худысенькая совсем. Как это, крысёныш какой-то. Мышонок. Что, пирог готов? Что-то священнику это плохой. Сейчас я себе включу. Ну, конечно же, клубника потемнела. Ну, никак не избежать этого. Вот, но мне нравится форма. Видите, какая? Заливная держится, никуда ничего не течет. В общем, этот рецепт отличный. Сейчас попробую на вкус, сколько он. Вкусный, невкусный. Конечно, еще больше бы ягод сюда. Я бы еще свежий сюда бы добавила. Но тут уже на ваше усмотрение. Ягоду любую можно, конечно. Видите, легко с формы вытащила. Тихонечко прорезала ножом, правда. Вытаскивается легко. Ничего не прилипло. В идеале лучше... Вот так сделать, чтобы красивенько было. И свежую клубнику можно замороженную сюда добавить. Красота какая! Здесь вкусно. Я поздно, конечно, достала клубнику. Надо было ее раньше достать. Перемерзшая вся. С холодильника. С морозильника. Ну, уже аппетитненько. Mm-hmm. Ну что, ребята, я доедаю, Лёша тоже доедает. Тюка, вкусно было? Очень вкусно, Леночка. Ты все готовишь вкусно. Ты не можешь сделать невкусно. Вот так вот, ребята, очень даже. Мне все нравится, что поделаешь. Мы с Анфисой лежим, наслаждаемся вечерочком. Она очень чистая, волшебно пахнет. Просто волшебная, да? И просто космос. Просто посмотрите на ее красивые лапки. Это просто невероятно. У нее мех сейчас такой шелковистый, гладкий. Просто пахнет космически вкусно. Любимая. Какая-то хорошенькая. Смотрите, какие лапки красивые, любимка. Смотри. Волосок к волоску. Да и так у меня всегда была красивая. Сейчас еще краш. Смотрите, как мне ногти отросли. Но держится пока. Красавица. Смотрите, какие у нее усики красивые. Хочу делать небольшой перерыв. Хотя все нормально. Не знаю. Хочу попробовать ногти на клею. Которые держатся на пленке. На клеевой. Посмотри, сколько я буду держаться. Ну, пока эти более-менее, но вот здесь вот уже, видите, вот здесь вот уже отколопывается. Анфиса, посмотри в камеру. Смотрите, какие ушки красивые. Анфиса, посмотри в камеру. Сюда посмотри. Зрители ждут. Сопелочка моя, девочка. Носик у тебя, смотри, сбоку какой красивый, а уски какие красивые.
Пока.